о каком туризме мы говорим? Да? Если мы говорим сегодня о термальных водах, они у вас прекрасно есть современные спа-комплексы, которые ничем не уступают европейским аналогам. Да? У вас есть чудесное историческое наследие, да, которое можно раскрывать и раскрывать как в Тюмени, так и в Тобольске. У вас есть прекрасная гастрономия, да, то есть уровень ресторанов, да, которые мы посетили, он вполне конкурирует с московскими и с ресторанами крупных городов России и с европейскими ресторанами. То есть с точки зрения продукта, на самом деле, у Тюмени все есть. У Тюмени нет имиджа, который нужно построить. То есть все туристы, когда им говоришь Тюмень, они почему-то воспринимают, что это крайний север, это нефтяные вышки, не понимая, что это вообще не север, что это много солнечных дней в году, что это 2 часа всего лишь лету из Москвы, да, и так далее. То есть наша основная задача, она просветительская. Эта задача непростая, нетривиальная. Возможно, пройдет год, 2, 3, пока мы сможем с помощью пиар-компании, массированной информационной кампании объяснить, что здесь есть туристический продукт. Да? В России много регионов, у которых нет инфраструктуры, нет отелей, нет ресторана, но есть бренд. Да, вот все знают. Такой регион. А у вас наоборот, у вас все есть уже. Да? У вас есть достаточно развитый, комфортный город, городская среда, рестораны, объекты показа, музеи. Нам нужно просто рассказать россиянам о том, что в их родной стране есть такая жемчужина. То есть наша задача, еще раз повторяю, просветительская. Мы на себя ее взяли и будем ее реализовывать.